12 декабря – знаменательная дата для России. Это официальный национальный праздник, именуемый Днем Конституции Российской Федерации. Этот праздник – замечательный повод задуматься о себе, о нас, о нашей жизни в нашей замечательной стране – России. Что такое Конституция? Это основа государства. Тот документ, в котором заложены основы того, какой будет жизнь ее граждан. Мы поздравляем вас с Днем Конституции Российской Федерации и хотим пожелать жить счастливо, гордясь своей Родиной и поступая строго в соответствии с положениями этого документа. Конституция – не просто сухой закон, написанный на бумаге. Она определяет самую суть, основу нашей жизни во всем ее многообразии, гарантируя нам то, что мы сегодня и завтра будем свободны. В День Конституции Российской Федерации мы поздравляем вас и желаем жить счастливо и гордиться своим гражданством. Когда меняется Конституция страны, меняется и ее жизнь.
Наша Конституция совсем молодая, но стоит признать, что со дня ее принятия и подписания наша жизнь изменилась до неузнаваемости и стала намного лучше. Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. Конституция Российской Федерации, которая была принята 12 декабря, не является первой, ведь до нее уже принимались подобные документы. Самая первая Конституция была принята в 1918 году. Затем была Конституция 1924 года, также была Сталинская Конституция 1936 года, затем новая Брежневская 1977 года. И уже позже, 12 декабря 1993 года, была принята Российская Конституция, которая действует по сей день. Только этот документ стал действительно действующим, в отличие от ее предшественниц, которые имели номинальный характер.
осудим, если враг захочет нас сломать. Как невесту родину мы любим, бережем, как ласковую мать. Широка страна моя родная, много в ней лесов, морей и рек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. День Конституции Российской Федерации – это не просто официальный праздник, но и памятный день принятия документа, благодаря которому сегодня мы с гордостью называем себя россиянами. Можем трудиться, мечтать и жить свободно и справедливо. Любовь к родине – важнейшее чувство для каждого человека. У взрослого это чувство подобно большой реке. Есть исток, маленький ключик, с которого все начинается. Из чего же вырастает огромная любовь ко всему, что умещается в одном слове «Родина»? Россия, Родина святая, люблю тебя я всей душой, Россия, ты обитель рая, горжусь великою страной.